Качественно защищать права казахстанских предпринимателей позволят поправки в законодательство об интеллектуальной собственности. Согласно изменениям, теперь можно не впускать контрафактный товар на территорию страны и применять меры прямо на границе. Также упростится порядок регистрации и защиты прав на товарные знаки, патенты и промышленные образцы. По словам экспертов, в Казахстане зарегистрировано порядка 170 тысяч товарных знаков и растет значимость промышленных образцов. Больше всего подделки подвергаются недорогие товары широкого потребления, прежде всего одежда. Более сложными становятся нарушения прав. Нарушители тоже становятся изощреннее и хитрее. И тот комплекс изменений, который сейчас вносится, он позволяет более комплексно и более правильно, что ли, с точки зрения международного законодательства, защитить права и казахстанских владельцев интеллектуальной собственности. Причем, когда я говорю казахстанских, я имею в виду тех, кто работает в Казахстане. Я имею в виду те объекты, товарные знаки и патенты, которые здесь зарегистрированы.